Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей. С вами снова я, Серега. Друзья, наливайте чайку, кофейку, берите вкусняшки, печенки. Продолжаем играть в игру «Сигналить», поэтому быстренько садитесь. Если вы еще не подписаны на канал, вы впервые на этом канале, допустим, да? Обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь обязательно, все колокольчики ставьте, чтобы все уведомления к вам приходили. Репосты, комментарии приветствуются. Ну и, конечно же, лайки, пальцы вверх под видосиком сразу прожимайте, потому что видосик будет клевый, друзья. Мы будем проходить «Сигналить». В прошлый раз мы чем закончили это все? Мы ищем плиты, чтобы открыть какую-то огромную дверь, где будет какой-то огромный пиздец. У нас сейчас с собой есть одна плита как раз. Вот она. Сейчас мы пойдем ее куда-нибудь забубеним. А куда мы ее забубеним? Ой, поднялась. Ой, поднялась. А забубеним мы ее, пожалуй, где-то здесь, наверное. Где-то вот здесь мы должны ее забубенить. Пытаюсь все вспомнить, блин, потому что здесь, напоминаю, вроде как нету карты, да? Да, карта у нас отсутствует. Да ну нахер! Да целься ты! Дура, блядь! А почему с двух выстрелов-то? Она обычно с одного выстрела убивает этих дохлых. Почему все вечно по-другому? Ну да ладно, хер. Так, какая у нас там плита? Не то. Так, осталась у нас одна плита. Где ее взять, я даже не представляю. Обычно с одного выстрела с дробовика убивалась вот эта вот тварь. Теперь она почему-то с двух выстрелов. Замок сломан. Так, тут явно у нас никаких дверей нету. Я не помню, куда нам надо идти, честно. Без карты это... Ой, блин, ну нет, не надо. Без карты это все... А, здесь я вспомнил, здесь у нас был наверху лабиринт, хорошо. Так, а здесь понятно. Ладно, давай попробуем вверх заползти. Просто... Ебучие лабиринты. Серьезно? Мы, блядь, что, по кругу бегаем? А, может быть, сюда? Не. Да? Ну ладно. А здесь? А, так здесь ничего и нет у нас, погоди. Записку мы тут читали в прошлой серии. Так, подожди, а что делать-то в натуре? Ну там я только что был, там неинтересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, уходим, уходим, уходим. Что ж, давай искать. А, нет. Бля, я реально заблудился. Так, здесь я помню, мы взяли уже это все, сделали. Тогда здесь нам точно ловить нечего получается. Здесь, я насколько помню, будет темная комната, в которой мы тоже все уже забрали, тут делать ловить нечего. Давай заберем патроны, да, конечно, для дробовика, супер. А куда нам деваться? Так, точно не сюда. Так, значит, нам, в принципе, сюда не надо. Уходим. Вот здесь еще дверь, сейчас посмотрим. Может быть, здесь еще что-то, я уже не помню. Да зайди, пожалуйста, спасибо. Так. Лабиринт, прошли его. Здесь закрыто, да? Замок сломан. Значит, сюда нам тоже не надо. Вопрос, а куда нам надо? А куда нам надо? Нам не хватает еще одной плиты. Вот она не хочет заходить в дверь, и все. Наверх. Тут мы забрали плиту, здесь идти некуда. Некуда.
Так, у нас что-то с хилками как-то совсем все плохо, да, уже? С хилками у нас как-то совсем все плохо, друзья. Ставим шокер, используем... А куда нам еще податься? Здесь ничего тоже нету. А куда нам еще можно податься? У нас еще какие-то сраные кольца. Я не знаю, для чего они нужны. Получается, она сейчас только вот наверх, на лестницу нужно бежать. Ой, ну чего вы там так долго ходите? И уходи, вот, молодец. Попробуем пробежать. Отлично, отлично, отлично. Слушай, получается только сюда. Очень забавно. Нет. Так, запоминаем, значит, сюда делать нечего. Я не помню, куда идти. Здесь точно закрыто, да? Ну да. Так, что-то я не могу сообразить, а куда же нам еще надо пройти? То есть нам не хватает одной плиты. Это не юзается, здесь проход. Хорошо. Здесь закрыто. Здесь у нас микрофон с этой приблуды, дверей нету. Или есть? Погоди, может там вниз можно пройти? Вниз не пройти нам? Нет, вниз нам... Ой, не пройти. А вот здесь ничего нет. Вниз нам не пройти, ладно. Но у меня осталось еще так много кодов всяких на самом деле. Там же эти двери были у нас, много дверей закрытых, с разными кнопочками. И там нужно было подбирать коды. Я, в принципе, как бы узнал все комбинации, но почему-то... Да где дверь-то? А, во! Все, вот, друзья, сейчас попробуем эту открыть. Как раз сохранимся. Вот она, нашел я ее. Так, юзаем, давай. У меня все сохранены, сейчас я открою. У меня они сфотканы, мало того, что сохранены, сфоткал, смотри. Крестик. Хуй. А, вот такая есть приблуда. Ага, тоже мимо. Есть приблуда вот такого рода. Не подошла. А приблуда вот такого рода? Мимо. Есть еще вот такая приблудень. И она последняя. Я точно сюда. Мы все молодцы, да. Жуткий коридор. О, внизу плоть какая-то. Смотри, там пульсирует. Не понял. Да, сейчас тебе там. Перезарядочка. Что так темно-то? Все нормально? Окей. Ну, можно было просто пробежать мимо, но да ладно. Так, блядь, меня раздражает тема, когда мы уходим вниз и выходим вверх обратно. Блядь, меня это бесит. Руки императрицы. О-о-о! Себя убила, день же последний замуж выдана была, день следующий на. Ничего сделано не день, длинный самый в. Коронована она, день первый императрица. Ну, все понятно, да, хорошо. Патроны, хорошо. Кольца. Друзья, нужны кольца. Етишкина, ты жизнь.
А, нет, так что, Тишкина жизнь нормально. Мы сейчас здесь пробежим быстренько, и там сундук у нас будет. Я хотел сказать, это сейчас нам столько бежать обратно. Ну, там, в принципе, недолго бежать. Вот и прибежали. А, нужны кольца одеть на руки, это и так понятно. Так, хорошо. Два. Это скидываем. Сейчас будем что-то менять, делать, брать. Раз, два, три. У нас осталось одно гнездо. Убираем, наверное, хилку. Хилку убираем, берем какой-нибудь ствол. Тут, так, ага. Револьвер берем. Вот так-то. Сохраняемся обязательно. Я не хочу потом это все заново бегать. Не. Нахер. И все равно у нас остаются еще коды, самое что интересное. Сейчас я пистолет поставлю. У нас остаются еще коды по любасу от дверей, неиспользованные. Я надеюсь, они нам еще понадобятся, потому что что-то... Ну, не зря же я их там искал, блядь, все такое. Юзы. Ну давай. Ну что ты, ну не тупи. Ага. Выберите предмет. Ох, ебать, погоди. А 4 кольца, что ли, надо? Ага, выберите предмет для использования, а у меня нет 4-го кольца. Друзья, а у меня нет 4-го кольца. Раз, два, три, четыре. Себя убило день же последний. Смотри, это у нас как раз-таки забрать предмет кольцо регента. Подожди, себя убило. На них написано... И это тоже пройдет. А здесь? Который кусает собственный хвост. Может быть, себя убила эта змея, которая кусает собственный хвост? Потом она замуж выдала, а потом она что-то там еще сделала. Это вот кольцо, да? Да. Окейно. Допустим. Ну, давай. И там она рукой закрывает, понятно, последнюю плиту, которая нам нужна для открывания двери. Это все понятно, вопрос в другом. А где нам еще одно кольцо найти? У меня, конечно, есть предположение, но... Но я не хочу туда возвращаться. И мы там уже, по-моему, что-то искали, мы там что-то забирали в этой комнате. Ну а больше я даже не знаю, куда идти. Сейчас тут будет, если это там, то это будет замес вообще жесточайший просто. Это будет замес жесточайший. Берем эту херню, берем с собой хилку. И берем, наверное, нормальную... Вот, давайте вот эту штуку попробуем взять. Сейчас, друзья. Разберемся. Есть одна комната, там, где нету света. Там этих тварей просто хуево туча. И мне так, у меня такое предчувствие, что нам надо именно туда. Но опять же, я не помню, как туда пройти. В упор не помню. И в баню. Блядь, шума-то сколько, а? Да. Я сохранение сделал, друзья. Сейчас, если у нас ничего не получится, мы просто... Смотри, что происходит. Посмотри, сколько их там.
Нет, я больше здесь ничего не вижу. Ничего. Нет, друзья, не здесь. Ебать. Нихера я не угадал от слова со... Блять, вот это влетело мне. А, нет, нормально так, слушай. А что делать-то? Ой, блин, да иди ты в баню. Ой, идите вы в баню. Слушай, а что делать? Вот у нас будет последнее то самое. Это понятно. Но. А где взять еще одно кольцо? Кольцо. Но явно не здесь. Кольцо. Зайди, спасибо. Но у меня больше нет колец. Колец у меня больше нету. Это очень интересно. А что же делать? Ой, друзья, ни хера не понимаю. Нам больше идти-то некуда. Ну все, блять. Так, давай. Себя убило день же последний в. Это одно какое-то кольцо. Я поставил туда змею, которая пожирает сама себя, себя убивает. Замуж выдана была день последующий на. Это золотое кольцо, я его поставил. Ничего сделано не день, длинный самый в. Коронована она день первый в. Ну вот эти два точно верно. Подожди, хорошо, подожди. Ой, бля, я... Ой, мать. Подожди. Да ёб твою-то душу! Спасибо. Используй время. Давай используем. Используем кольцо ренгера. Ёб твою мать! Бля! Я только сейчас это понял. Забрать предмет... Да, все. Бля, я только сейчас осмыслил. Себя убить день же последний, змея это была, замуж выдано это золотое, ничего сделано, не день длинный самый вы. То есть наоборот, если считать справа налево, в самый длинный день не сделано ничего. На следующий день была замуж выдана, последний же день убила себя. Короче, вот, ничего. Написано же, в самый длинный день не сделано ничего. Не надо было там никакого кольца. Это я просто сидел, сейчас бегал, ебался, блядь, а там все нормально было. Отлично. Ладно, у нас есть последняя пластина, хер с ней. Друзья, не забывайте подписываться и ставить лайки вверх. Лайки вверх. Лайки, пальцы вверх под видео. Лайки вверх, блядь. Так, супер, быстренько сохраняемся. Бежим, ставим последнюю пластину от двери. Блять, сейчас бы вспомнить, куда здесь. Я хуй помнит куда. Давай сюда. Серьезно, не помню, куда бежать. Возможно, вот куда-то, по-моему, сюда. А, не сюда, вверх.
Блин, долбанная простуда, друзья. Блин, до сих пор он горло не отпускает, представляете? Да, сюда, вот. И давай, давай, ты быстрее. Ай, больно, сука. Но я не буду сейчас на них тратиться, все. Да. Супер. О, здорово, это что такое? А! Слушай, это начало, в начале такие же ступеньки у нас были. Подняться вверх. А! Дальше не пройти, это невозможно. Я уже много раз был здесь, но ни разу не вернулся. Командующая никогда не говорила о том, что там видела. Но я уверен, что она слегла именно из-за того, что там увидела. Когда она вернулась, что-то в ней изменилось. Она перестала быть нашей любимой начальницей в Фальке. Что ждет нас за порогом? Это не важно. Заставка. Просто. Такая шиза, друзья. Просто игра. Блять. За вратами пустота. Как херово читать-то это? Размазанные буквы. То есть это та тетка, которая вот лежала там, самая главная такая, с куклой совы, она зашла сюда, вышла и померла, типа, ну, отключилась. И никто не может понять, что там, типа, кто ты? Бред какой-то. Морг-морг. Ага. Картинки нам показали. Это глаз. Ага. Подойди поближе. Бля, у меня в глазах аж рябит. Хопкейн ангст. Не знаю, что это значит. Наверное, подойди поближе. А, так мы вернулись на корабль, с которого начинали, смотри. Только у нас в снегах было, а здесь в крови. Я давно жду. Тебя. Меня? Нас. А, ну другое дело, нас, да. Нас. Всех нас. Не бойся. Помни наше общение. Бля, у меня еще крыша поедет, честно, от этого всего. Особенно, когда вот эти картины... Проснись! Особенно, когда эти картинки прыгают перед глазами. Вот, ну, картины. Это вообще жесть. Ой, да... Вот это пиздец. Да ладно, это же чисто из этого «Призрак в доспехах», бля, где она себе руки отрывает, пытаясь открыть этот люк. Только там она, блин, этот робот взрывала, блядь. Танк был такой робот. А здесь она это сам. Проснись. Ну это прям слизано с «Призрака в доспехах». Сдохни, что ли? Глаз погас. Вы чё? Друзья, это конец.
Я даже не буду ничего говорить, не буду ничего предполагать, я нихера не понял. Вообще нихера не понял. Мы очухались на корабле, мы вышли из корабля, спустились в какую-то дыру, через дыру мы попали в какую-то комнату. Из комнаты мы попали на какой-то корабль, где обитают какие-то монстры какие-то, и которые породились из людей и этих вот, да, роботов. Мы убиваем каких-то монстров, везде какие-то кишки, плоть какая-то непонятная, какие-то уроды бегают. Попадаем в какой-то врата, конец. Попадаем в какие-то врата, приходим к кораблю, отрываем себе в руки, на этом игра заканчивается. Па-бам! Клево! Мне понравилось. Друзья, нихуя не понял, но очень интересно. Серьезно, игра прикольная, игра интересная. Я вот поиграл, поразгадывал вот эти вот логические задачки, побегал. Вот это все поделал, ага, это отнести сюда, это принести сюда, это классно. И на этом я больше ничего сказать не могу. Смысла игры я не понял вообще. Точнее, сюжета игры, а не смысла. Смысл понятен. Бегай, разгадывай, стреляй. Ну, на этом, наверное, все. Такая сегодня у нас маленькая серия на 30 с лишним, на 40 минут почти, или сколько там, да? На 30 минут получилось, ну ладно. Друзья, если вы впервые на канале, смотрели вот это видео, обязательно посмотрите все прохождение полностью, вам зайдет, мне кажется, оно вам достаточно интересно. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте все колокольчики, чтобы все уведомления к вам прилетали, вы ничего не пропускали, впереди очень много игр, новых, старых, интересных и всяких разных. Вот, пишите репосты, комментарии делайте, и, конечно же, ставьте лайки, пальцы вверх под видео ставьте, друзья, очень сильно мне поможете, если нажмете палец вверх, как бы, это совсем не сложно, тырк, а мне это будет чертовски приятно. Вот, большое спасибо, что были со мной, смотрели прохождение игры Signalis. На этом все. Спасибо, счастливо, пока-пока, удачи.